Защитник футбол бы доволен Эмиль. Расскажи, насколько доволен матчем, как планировали сыграть этот матч и в целом? Ну, как видите, игра пошла от обороны. Соперник перехватил инициативу, играл на мяче, приходилось обороняться. И, ну, хотелось поблагодарить ребят за самоотверженную игру. Не бросили играть после гола во втором тайме. Внесли какие-то коррективы, забили мяч и, видите, перевернули игру в серию пенальти. Хорошо, спасибо.